Почему столько радуг? Надо поискать тут припасы. Элли, смотри. Это же мы. Хорош. Не отвлекайся. Ты права. Тут везде женщины. Не, стоп. Вот здесь два мужика. Дина, припасы. С тех пор, как Вову делали военных, больше 10 лет прошло. И они до сих пор такие бешеные. Не может быть, чтобы к ним так часто лезли чужаки. Не знаю. В городе, мне кажется, еще полно припасов. И почему нельзя их мирно поделить? Пригодится.